Всем привет, уважаемые зрители и подписчики канала. С вами Армак. Продолжается турнир летописи. Сегодня мы понаблюдаем сразу за тремя партиями. Одна из партий, или даже две, можно в принципе отнести к турниру. И одна партия будет полностью дружеская. Я так понимаю, сыграна она была на трех человек. Ну и начнем мы, конечно же, именно с турнирной игры, поскольку ради турнира мы все с вами это дело и стримим. И давайте посмотрим, на каком этапе у нас сейчас находится сам турнир. Итак, в верхней сетке у нас 1/4 финала почти закончена. Осталось дождаться одну пару. Это Алекс против Клемагра, для того, чтобы Данте мог узнать своего соперника и побороться с ним уже в полуфинале. Ну а если мы с вами говорим о нижней сетке, то в первом же раунде, в 1/32 финала, у нас сыграла всего лишь одна пара. Это Хаксли против Шерзода Бахадирова. У остальных какие-то огромные проблемы. И они пока что не могут их решить. Но в целом, если вот в ближайшие пару дней ребята не сыграют, я думаю, что придется нам уже с вами тогда в роли судей вступать и эти вопросы уже решать тогда самостоятельно. Ну а пара, которую мы будем с вами сейчас смотреть, это Агрессор против ПАК-74. Это полуфинал верхней сетки. Ребята очень и очень сильные. Тем интереснее нам будет наблюдать за этой парой. Агрессор в первом туре выиграл у Баженова Влада. Затем он прошел тоже со счетом 1-0 Канату и таким образом оказался в полуфинале. ПАК-74 сначала обыграл Хаксли, который в нижней сетке уже успел тоже выиграть. Затем он выиграл у Dual Red Skyra, причем по первому туру именно Dual Red Skyra смотрелся как более такой непредсказуемый и скилловый игрок, но при этом ПАК-74 достаточно уверенно тогда смог его обыграть. И вот сейчас в этой паре Агрессор против Пака, ну я не знаю, то есть Агрессора мы изначально считали одним из фаворитов турнира. Пак, ну Пак, вот знаете, такая темная лошадка, которая показывает очень хорошие результаты. И вообще непонятно, чего от него ожидать. Может быть, это будет тот человек, который дойдет до гранд-финала и будет разыгрывать призовые места. Ну что ж, во всяком случае, интрига есть. И давайте теперь познакомимся с ребятами еще ближе. Слева у нас Агрессор, представляющий Россию. Город Москва, 25 лет. Играет приблизительно 3 года, достижений нет. Его соперник ПАК-74, представляющий Россию, тоже город Москва. У нас такое московское дерби получается. Постарше на целых 7 лет, 32 года Паку. И опыта у него на 7 лет больше, 10 лет игры в эту игру. Поэтому вот если говорить о возрасте, о опыте, то, конечно же, все это дело на стороне ПАК-74. Но в плане уровня игры я не знаю. Я не могу здесь отдать кому-то прям явное преимущество. Поэтому, ну, пара довольно-таки интересная. И тут мы с вами видели, да, как они в дружеском формате встречались еще перед турнирной игрой. Ну, одну игру тогда, вы помните, да, выиграл Агрессор довольно уверенно. А вот вторая игра между ними, она была достаточно такая серьезная. Тогда, если я не ошибаюсь, Агрессор выиграл, но намного сложнее. Это было даже в поздних эпохах. Так что ребята, можно сказать, друг друга немножечко уже подизучили в первых играх. Тем интереснее будет наблюдать, как за реваншем даже в этой партии. Кто же из ребят в итоге добудет победу. Ну и мы с вами в таком случае переключаемся.
Запускаем саму игру, выключаем музычку и давайте наблюдать за самими партиями. Надеюсь, что партии были интересные, и нам с вами тоже будет интересно за ними наблюдать. Чем дальше, тем больше мы разных тактик и стратегий с вами узнаем в исполнении игроков, которые участвуют в турнире. Так, давайте посмотрим за первой их игрой. Так, а вот вопрос, какая из этих партий была сыграна раньше? Так, получается 22-го, то есть сегодня было сыграно в 15:39, 15:39, 10 и 15:32, 10, получается, вот это была первая, да? Наверное. С большой долей вероятности. Хорошо, поехали смотреть. Давайте посмотрим. Так, агрессор играет за турков, и ПАК-74 тоже играет за турков. Такое турецкое противостояние начинается. Итак, агрессор у нас играет синим цветом. Сразу же делает научные исследования. В то время как играющий красным цветом ПАК-74 делает гражданские исследования. И начинает запускать пока что двух разведчиков, я вижу, с его стороны. Здесь один пошел в одну сторону, один во вторую сторону и третий в третью. Пока что в три разведчика решил играть у нас синий игрок и тоже делает гражданские исследования. И делает это очень и очень быстро. Здесь уже сразу же второй город начинает строить ПАК-74. Благодаря этому и не только этому он немножечко впереди. Разведчик один полноценный пошел. Вот второй, но он пошел вглубь, туда ближе к углам. Здесь тоже в угол пошел. То есть это разведка не в сторону соперника, а больше исследование своей территории. По большей части идет... Синего игрока с разведкой ситуация получше, но, конечно же, второй город он должен, по идее, построить позже. Красный игрок тут уже очень близко подобрался, но так и не нашел пока город противника. Здесь второй город построен, сразу же начинает строить побольше... полей для добычи еды. Агрессор. Ну, агрессор по процентам владения землей проигрывает пока что в два раза, но это пока город не достроится. А город тут уже на грани. Вот-вот он должен появиться. Вот. И уже агрессор выходит вперед таким образом. У него уже все технологии становятся первого уровня. Он начинает строить рынок, начинает сразу же строить лесопилку, то есть очень быстро начинает орудовать своими рабочими. В то время как здесь по научным технологиям ПАК-74 начинает отставать. И из-за этого по очкам он тоже начинает свои отставания. Один разведчик стоит на месте, второго вот сейчас он запускает. Третий тоже в дороге. И вот четвертый пошел сейчас. Делает гражданские технологии второго уровня. И сейчас агрессор попробует быстро выйти в построенный третий город уже получается.
и уже с тремя городами тогда быстро перейти, наверное, в армию. В то время как ПАК-74 старается расшириться по территории, агрессор спокойненько пытается работать над экономикой. Вот он уже своего человечка запускает на алмазы, что ли? Ну, судя по всему, да, на алмазы вроде как запускает. И продолжает работать над экономикой. Там караваны тоже вот-вот должны будут пойти. Здесь сейчас вот этот вот житель, да, начнет строить третий город. Так оно и есть. Этот момент считался. И немножечко сейчас красный игрок, то есть ПАК-74, должен будет начинать поджимать соперника по территории. А тем временем синий игрок, то есть агрессор, он начинает переходить во вторую эпоху. Из-за того, что он не стал тратиться на исследования гражданские дополнительные, на постройку следующего города, агрессор, видите, абсолютно по-другому играет. Больше не по территории, а именно на исследования сделал ставку. И вот он уже во второй эпохе. Думаю, можно уже открывать всю карту, чтобы нам было лучше за всем этим делом наблюдать. Начинает снова строить поля. Предыдущий город, кстати, по полям так особо и не вышел вперед. Там одно поле как было, так оно и осталось. Причем на этом поле даже никто не работает, если мы обратим внимание. Вот пустое поле. Пасутся кури. Ну и несмотря на то, что ПАК-74 по территории очень сильно впереди, он сейчас делает военные технологии. Ну вот, своими городами гораздо лучше орудует агрессор, следует отметить. Он больше строит возле них лесопилок, полей и так далее. Вот уже конюшня у него стала на 4,5 минуты, да? На 5-й минуте, скажем так. Здесь строятся бараки тем временем. Начинает больше полей только сейчас красный игрок строить. Все исследования первого уровня... Только гражданские второго у красного. А здесь все первого, только военные второго. И вот уже первый конь начинает идти вперед. Так, а кто у нас в тиранию-то вышел? В тиранию, я так понимаю, наверное, вышел синий игрок. Или все же красный? Деспот. Да, в тиранию синий игрок вышел. Вот конь побежал с разведкой. Здесь продолжают строиться рынки. И до сих пор, получается, дипломатический центр не построен, да? Отстает в этом плане очень сильно ПАК-74. И он своих лучников запускает на разведку к сопернику. Но здесь тем временем он узнает, где находятся реликты. И самые разные полезности. Вот конь сейчас пойдет воевать со стрелками. Нет, он не стал со стрелками воевать. Он своего коня повел подальше. Здесь продолжается взаимная разведка в одну и во вторую сторону. ПАК-74 во вторую эпоху пока не собирается. Здесь уже вино добывает. Помимо вина добывает алмазы. Уже за счет второй эпохи добывается железо. Это очень важно, начать добывать железо, опять же, под армию. Также добываются папирус. И он еще стоит, охраняет драгоценные ресурсы врага, чтобы враг не пошел их добывать. Тем временем ПАК-74, он уже военные технологии сделал второго уровня. Второй эпохи как не было, так и нет. Экономика у него идет плюс 100, плюс 100, плюс 10. В то время как у синего
плюс 90, плюс 110, плюс 80, плюс 51, плюс 40. То есть очень сильно впереди сейчас синий игрок, если в целом взять экономику. И, ну, у красного проблемы. Если посчитать, сколько драгоценных ресурсов и редких добывает красный игрок, то это будет цифра довольно кругленькая, и значится она как 0. Вот когда ПАК-74 перешел во вторую эпоху, агрессор уже начинает с двумя городами, но переходить в третью. Вот так даже. Здесь тоже начинает строиться конюшня. Так, ну а конница, кстати, никак не влияет на то, чтобы пойти и начинать убивать жителей, как-то мешать им развиваться. Они просто стоят и охраняют пути к тому, чтобы соперник пошел эти ресурсы добывать. Здесь тоже уже построены бараки. Уже третья эпоха. Начинает строить университеты, есть храмы. Да, два университета сразу под оба свои города начинает строить. Вот приходит маленькая армия вместе с деспотом, которая сразу же решает пойти наверх, но столица здесь в центре, то есть столица была перенесена с Истанбула на Эрегли. Подразведал, посмотрел, что там строится. Здесь тоже начинают строиться университеты во многом. Тоже начинает использовать первую шахту. Осадный завод начинает строить. Здесь научные технологии становятся второго уровня, военные тоже второго уровня. Ходит пока что один караван. Лесопилок у нас две, получается, у синего. А у красного у нас раз, два. Тоже две. Также башня построена у верхнего города. У нижнего башни нет. Но тут есть катапульты. Здесь начинает клепаться армия. Тем временем свой третий город с правой стороны начинает строить синий игрок. Возле этого города сразу же храм, универ, рынок и осадный завод. И вот катапульты издалека пытаются со стороны ПАК-74 быстро разрушить этот город и сразу же себе его забрать до тех пор, пока агрессор не успел сюда подвести какую-либо армию. Ну, армии у агрессора на самом-то деле пока что вроде мало, и я не вижу, чтобы где-то вблизи была еще какая-то армия. Но есть тоже осадный завод. На осадном заводе мы видим, что прячется частично армия. Там есть 2-3 буше, которые спрятаны. Спрятаны они потому, что нет никакого прикрытия, чтобы их можно было прикрыть. И ПАК-74 начинает агрессивно атаковать, пытаясь этот город забрать себе. Все, этот город разрушен и забран. Теперь надо подождать, пока пройдет ассимиляция. И можно считать вот этот построенный город неудачным для агрессора. Ему не удалось его никак защитить. Но он себе его успел вернуть. Правда, временно. Опять этот город забирает назад ПАК-74. Более того, ПАК-74 переходит в активную атаку сейчас. И начинает прогонять людей, которые здесь вблизи работали. Военные технологии третьего уровня сейчас синий игрок принимает, то есть агрессора. Здесь почти все второго, кроме экономики, у красного игрока. Задача, которая стоит, это, собственно, выбить осадный завод. Он над этим сейчас активно начинает работать.
Ну а ПАК-74 пока занимается выбиванием, агрессор начинает строить еще одни бараки. Тут у него есть одни, он хочет построить вторые. И за счет этого, конечно же, попытаться быстрее начинать клепать армию, чтобы можно было прогнать ПАКа. Осадный завод разрушен, есть 2-3 буше, которые будут также быстро здесь убиты, можно в этом даже не сомневаться. Так, тут, судя по всему, битвы копейщиков намечаются, да? ПАК-74 не намерен отдавать этот город. В третью эпоху он тоже пока не спешит переходить. Кстати, вот он построил уже сенат, да? Парламент есть у него. Он в столице его построил, получается. А не в верхнем городе, как мы с вами изначально думали. Так, и тут выходит в стадию атаки уже агрессор. И мы видим, что ПАК-74 начинает... большие потери достаточно таки терпеть. Он потерял очень много армии, у него абсолютно незащищенные сейчас остаются катапульты. Пока что за это не получилось наказать. ПАК-74 перешел в третью эпоху, и катапульты у него превратились в требуше сейчас. Пошла стадия активных боев. И начинает работать агрессор над тем, чтобы забрать город, вместо того, чтобы выбить требуше, которые, ну, во-первых, они дорогие, а во-вторых, они никак не защищены. Почему он не стал раньше идти на требуше, это вопрос довольно-таки интересный. Здесь все второго уровня, а военные технологии третьего. У синего игрока... Ну а у красного игрока все так же. Все второго, только экономика первого. Так что по науке красный продолжает проигрывать. Возвращает себе агрессор третий построенный город. Временно или нет, мы с вами сейчас посмотрим. Но именно этот город стал таким желанным для обоих. Прошла ассимиляция, и опять красный игрок подтягивает сюда армию и забирает этот город. Вот прям из рук в руки постоянно начинает этот город переходить. Пытаются подтягивать оба побольше армии сюда, чтобы выиграть здесь позицию и забрать этот город. Но по факту за счет наличия трех городов в теории постепенно красный игрок может пойти и вырваться вперед. Пока что продолжает удержание здесь ПАК-74. Снова красный игрок владеет этим городом. Такие бои идут изматывающие. Как одну сторону изматывают, так и вторую. Оба игрока начинают работать. А, смотрите. Одним требуше издалека начинает агрессор расстреливать вражеский город. То есть теперь уже вместо одного города, который переходит из одних рук в другие, будет таких два города. Один город агрессора, один город, собственно, ПАКа-74. И тогда тут начнется еще больше хаоса, уже два приграничных города начнут перехаживать. Чтобы немножко укрепиться в нижнем городе, построил башню со своей стороны. ПАК-74, которая тоже позволяет наносить побольше урона агрессору. В целом, из того, что мы видим сейчас, армии гораздо больше сумел поднакопить именно синий игрок за счет двух казарм, конюшен и одного осадного завода, в то время как здесь одни бараки, одни, получается, конюшни и один осадный завод.
Поэтому армия копится у красного, конечно же, медленнее. И именно вот количеством начинает синий игрок брать и побеждать у Пака. Тем не менее, в четвертую эпоху выходит сейчас синий игрок. Агрессор снова не только по экономике, которая у него была лучше, но и по научным технологиям пытается удерживать лидерство. По науке у него третьего уровня военные и научные технологии, экономика и гражданские второго уровня. В то время как синий игрок забрал ближайший город соперника, он пытается вернуть еще один город себе. Вот сейчас красный игрок возвращает себе свой приграничный город. Опять начинается вот эта вот волокита с переходами. Опять же есть башня, которая должна помочь укрепиться. Но здесь башня не помогла серьезно укрепиться. Паку 74, поэтому и вот эта башня не факт, что поможет. Начинает строить еще одну конюшню. За счет двух конюшен быстрее начинать клепать армию синий игрок. Точнее красный игрок. У синего и так уже было настроено достаточно много всего. Можем посмотреть, насколько здесь все изменилось. Видим, что примерно так же. Еще на первых эпохах агрессор нормально расстроил по экономике свои города. Опять после прихода агрессор между двух городов он возвращает верхний город, который, ну, по факту является не его городом, но на данный момент он его забирает. Также забирает нижний город, и теперь он уже владеет двумя городами. Одним своим, одним соперника. После ассимиляции у него станет 4 города против 2 со стороны соперника. Все, что осталось сделать агрессору для победы, это отжать еще один город. Вот если он заберет вот этот город, который повыше, это уже будет победа. С одним городом против 5 сделать будет что-то крайне сложно. Вот сейчас верхний город опять возвращает себе пак 74, но небольшой армией. Надо постараться, наверное, наклепать сейчас побольше катапульт, которыми можно будет выбить вот эти вот военные здания агрессору. И тогда он смело сможет, я думаю, праздновать победу. Издалека пушками он разрушил башню и начинает, ну, всего лишь 2 пушки у него, но тем не менее этого на данном этапе хватает за счет преимущества по количеству армии, по эпохе, по науке, того, чтобы праздновать победу в военном плане. Красному игроку явно надо будет сейчас где-то еще пытаться строить что-то на армию в других городах. Это у нас вот бараки он будет чуть повыше строить, да, понимая, что здесь он сейчас потеряет эти здания. Он как-то даже не добил, да, окончательно это здание, переключился на другие военные. А, ну он понимает, что осадное здание не так сейчас для него опасно. Наиболее опасное здание — это бараки. Потом на втором месте, наверное, конюшни пойдут. Ну вот он здесь разрушил одни бараки. Разрушил осадный завод, в котором пряталось 2-3 буше, которые сейчас будут в одну калитку разбиты. Переключается на конюшни. Ну, не знаю, мне кажется, это уже потащить будет крайне сложно. С большой долей вероятности здесь победа со стороны агрессора. Причем такая достаточно уверенная. Еще и конюшни ближе к сопернику начинает строить агрессор. Пока что временно отходит назад, чтобы немножко укрепить позиции. Осадный завод. Ну, то есть он уже свои ближайшие здесь военные здания начинает делать для укрепления. Про нижний город он особо не переживает. Его задача сейчас пытаться поджимать соперника, который, наверное, в экономическом кризисе. 60, 70, 20, 55, 45 у красного игрока. И посмотрите на трехзначные цифры, которые есть у агрессора. Сдается пак 74, понимая, что шансов нет.
Так что поздравляем агрессора с победой, абсолютно заслуженной. Переиграл как в научном, так и в экономическом плане, а в итоге это привело к тому, что и в военном плане, несмотря на то, что вначале он проигрывал, он по итогу и в военном плане тоже вышел победителем. То есть экономика подкрепила армию, и это по итогу решило. Переходим к следующей партии, которая была тоже между ними. Посмотрим, как они сыграли. Так, агрессор был за греков. Вот мы видим, сейчас сразу же последуют, да, научные исследования. Красный игрок точно так же начинает играть через гражданские технологии. Играет он за иракезов. Это такое племя индейцев. Сразу же раз, раз, два, три. Вижу три разведчика, которые запущены в разные стороны. Здесь у агрессора я вижу только два разведчика. Начинает ходить собирать руины по разным краям. Находить, пытаться какие-то драгоценные и редкие ресурсы. Вот он уже серебро нашел, к примеру. Тоже делает гражданские исследования. Красный игрок к этому моменту уже второй город начинает строить. Вообще тактика не поменялась, я смотрю, ни у первого, ни у второго игрока. Придерживаются они все тех же тактик. Ну что ж. Четыре разведчика у красного начинают разбегаться в разные стороны. Здесь научные технологии пошли. Опять же, по технологиям очень сильно вырывается вперед у нас синий игрок. Так же, как и тогда. Я вот не знаю, а за счет чего собирается выигрывать красный. Попробует еще лучше реализовать преимущество в количестве городов, как он это делал ранее. Вот за счет моря, которое здесь у них появилось. Давайте откроем карту. А оно единственное, кстати, так что битва здесь будет очень сильная. За это озеро идти. Строить доки или порт, так называемый сейчас ПАК-74. Но вот преимущество по рыбе, оно может дать ему какие-то бонусы. Только ему надо помимо рыбацких лодок здесь еще и военных настроить, которые не позволят строить вражеские порты и корабли. В это время синий игрок успевает построить тоже второй город. Он знает, что здесь есть моря, и тоже сразу же начинает строить доки. Так что нам предстоит понаблюдать еще и за морскими баталиями, потому что битва здесь за еду, я думаю, будет достаточно серьезная. Мы видели с вами, когда на карте появляется много таких озер, и в эти моменты даже начинается борьба, кто вражеские заберет себе. А тут прямо дно. Можете представить, насколько сильно это будет необходимо как одному, так и второму. Так, по наукам здесь гражданские и экономические исследования проведены у иракезов. В то время как у греков все первого уровня, кроме военных технологий, которых пока что нету. У агрессора преимущество как по очкам, так и по владению территорией, буквально на 1% всего лишь. Строится рынок у синего игрока. Красный игрок строит еще одну лесопилочку, это для него уже будет вторая. Уже есть две рыбацкие лодки. И пока что, наверное, красный игрок не видит, да? Да, он не знает, что соперник уже тоже построил свои доки и начинает запускать тоже рыбацкие корабли. То есть пока что войны нет, они просто ловят рыбу. Преимущество по рыбалке в 3 раза пока что на стороне красного игрока, но по очкам он все так же продолжает отставать от синего. Уже пошли университеты. По крайней мере, один мы видим со стороны синего. Начинает засылать купцов. Достаточно большую лесопилку построил.
и занял это вторую уже со своей стороны. Так, а до этого купцов больше не было, да, получается, нигде? То есть это будет первый купец, которого он засылает, и все. Вот он начинает добывать бизонов. Цена на амбарные исследования на 33% дешевле для него будет. Так, теперь 3 в 2. Не, 3-3 уже. И первый свою военную триему строит красный игрок, ПАК-74, и начинает выбивать вражеские лодки. Но одного корабля здесь будет мало для того, чтобы получить преимущество. Точно такой же корабль может построить и синий. И они оба просто не будут давать друг другу нормально ловить рыбу. Нет, он больше кораблей... А, нет, все-таки еще один военный сделал. В этот раз это уже барк. Против транспортных суден она очень эффективна. Идет с бонусом. Пошел свою лодку лечить агрессор. Агрессор продолжает проводить там свои разведывательные операции, назовем их так. Первая триема построена и у агрессора. Вот теперь начинаются полноценные военные баталии. Сначала пытается разбить более слабый и маленький корабль соперника, и потом уже начнется битва с триемой. Но когда он с триемой, своей триемой начнет воевать, уже здоровья будет мало, поэтому его триема явно проиграет. Не успел спасти свой барк, ПАК-74. Ну и следует отметить, что здесь он играет в два города, не в три, как это было раньше, а именно в два. И он успевает перейти во вторую эпоху, но правда агрессор это все равно сделал раньше со своей стороны, так что... У агрессора все исследования первого уровня, у ПАКа-74 тоже все исследования первого уровня. Несмотря на абсолютно разное начало со стороны синего и красного игрока, сейчас они начинают подравниваться, причем во многом и по очкам. Агрессор выигрывает, но в принципе не настолько сильно. Но в море мы видим, что преимущество пока держится на стороне красного игрока. Красный заполучил преимущество на море и выглядит здесь гораздо лучше. Правда, сейчас он потерял свою триему, и триема... А, нет, а галера уже со стороны синего игрока начинает выбивать вражеские лодки. Ну, тут, я думаю, войны у них будут очень длительные. За счет этого они будут друг друга ослаблять и, ну, сложнее будут развиваться. Второй ресурс, который начал добывать, это серебро, синий игрок. Красный игрок так и не стал добывать краску, которая есть. Помимо этого, у него здесь руины еще имеются. И есть павлины, кстати. Павлины это очень хорошо. Это плюс 10% к лимиту населения, что достаточно-таки важно. Потеряли оба военные корабли сейчас, и красный, и синий. Но у синего уже следующая галера выезжает. Так, переносит столицу. Кто из ребят? Синий. Агрессор перенес столицу. Во второй эпохе находится. Есть парламент. У красного, я думаю, парламент тоже должен быть, по идее. Он начинает строить университеты. Гора используется пока что одна. Да, именно так. Основная активность как была, так и продолжается именно на море. Причем сейчас именно агрессор получает все больше и больше преимуществ. Все больше и больше кораблей с его стороны мы видим, как военных, так и рыбацких. Тут важно не упустить ПАКу-74, это преимущество. Он уже не на сотню, а даже на 2 сотни начинает проигрывать по очкам.
достаточно опасный момент. А тут собирается еще и третий драгоценный ресурс – специи. Вот уже начинает добывать агрессор. Помимо этого, он начинает строить бараки. Кстати, он обычно строил не бараки, а начинал строить все-таки... конюшни. Так что немножко стратегия игры поменялась со стороны синего. Опять перехватил инициативу красный. Ну тут долго-долго будут переходить из рук в руки, я думаю. Ситуация на море. Никто никому слабинок будет стараться не давать. Так, краску начал добывать красный игрок сейчас. Расширил немножко свои границы. И начинает строить третий город прямо под краем. Прямо под краем, но он не знает, что у соперника здесь бараки, наверное, да? Да, да, ему неизвестно, что здесь бараки. А этому не видно, что там строится город, да? Вот чуть-чуть бы прошлись вперед сейчас его копейщики, они бы обнаружили здесь город, и они могли бы не дать этот город просто достроить. Продолжается война. У красного преимущество по кораблям вроде как больше. Ну вот сейчас синий уже вторую свою галеру подтягивает на помощь первой. Оба несут достаточно большие потери. Вот приходит сенатор. Находит город, который строится. И он понимает, что надо постараться не дать этот город достроить. Но надо не сам город начинать бить, а строителя, который строит. Немножко непонятны мне действия со стороны агрессора. Полностью уже будет все остановлено, если убить самого жителя-строителя. Житель начинает уходить, спасая свою жизнь, и таким образом этот город будет просто разрушен. Полностью отступает. Начинает строить бараки. Есть парламент в нижнем городе. Начинает ПАК 74, синий игрок, переходить уже в третью эпоху, он уже в средневековье. На море продолжаются бои. Красных рыбацких кораблей уже не осталось, вот сейчас только начинает выходить. Первый. Синий перехватил преимущество, да? Но это было временно, потому что военных кораблей у синего не осталось, и сейчас красный опять начнет синие корабли убивать. Тем временем синий разрушил город красному. У красного мы не видим пока армию. Надо начинать ее клепать в этих бараках. Иначе он может пропустить сейчас довольно серьезную атаку со стороны синего игрока, который должен построить, по идее... осадный завод и с катапультами или требуше тогда уже полноценно идти в атаку, и это может оказаться очень и очень критично. Красного игрока к этому моменту все технологии второго уровня, кроме экономических, которые второго уровня, а у синего игрока все второго уровня. И при этом по эпохам он еще на одну эпоху дальше. Так что пока уверенное преимущество за агрессором продолжается, армия тоже начинает копиться и начинает входить на вражескую территорию. В принципе, этот город уже немножко армии для защиты получил. Но мне кажется, этой армии будет маловато, наверное, с большой долей вероятности. Тут свой город начинает строить. То есть вместо того, чтобы идти резко в атаку, агрессор решает построить третий город, наверняка.
принимается тирания. Это делает красный игрок, пак 74. А тирания — это значит, в агрессивном стиле будет пытаться сыграть. Строится конюшня возле бараков. И красный начинает свою армию пускать на правый фланг. Там, где у него был построен недавно тоже третий город. То есть у него, когда не получилось слева построить город и ему разрушили, он решил построить с правой стороны. И сейчас привел армию для того, чтобы защищаться именно с этой стороны. То есть они по факту могут сейчас разминуться. Один по правому флангу зайдет. Кстати, могут купца здесь убить. Это будет довольно хороший бонус. Но эти продолжают стоять здесь. Ну вот сейчас агрессор должен будет увидеть, что он пропустил атаку. Ну вот, это минус купец сразу же пошел. Тут продолжаются серьезные бои морские между ребятами. Ну пока что никак не реагирует особо синий игрок. И со своей армией вроде как не стал дальше продвигаться и красный. Вот сейчас только среагировал. Он начинает тоже переходить в третью эпоху, находясь при этом в атаке. Также тут разведчики начинают показывать ситуацию для пака 74, чтобы он понимал, куда надо идти и что, собственно, делать. Но он, видимо, экономики будет пытаться сейчас лишать. Во многом. Вот сейчас свою армию начинает агрессор вести на защиту. Научные технологии третьего уровня сделал, попрятал своих людей в Афинах. После того, как людей сверху удалось загнать, он начал еще одного купца убивать. Ну, то есть максимум со своей атаки пытается выжимать, но при этом старается это делать так, чтобы не растерять свою армию. Тут за счет своего разведчика агрессор, по идее, нашел вот этот вот город. По науке продолжает отставать. Пак 74. Так, а где армия синего? Армия синего пошла нападать на город. На вот эти вот нижние и главные экономические центры. Они очень близко находятся друг к другу, поэтому довольно легко можно устроить настоящий хаос. Ну а этой армии красного игрока здесь достаточно мало остается. Для того, чтобы укрепиться, здесь строится хранилище, ну башня, да, которая будет наносить урон. Синий же, чтобы укрепиться, еще конюшню начинает строить. Практически один из городов захвачен. Ну что, с большой долей вероятности агрессор будет праздновать и здесь победу. Вот уже остается с двумя городами, но я бы даже сказал с одним. С одним, потому что толку от этого города особого нет, он экономически вообще не развит. Поэтому потеря одного из двух главных экономических центров, это сейчас очень сильно отразится. На море тоже синий игрок, агрессор получает преимущество, делает военные технологии третьего уровня, и за счет экономики, я думаю, будет все лучше и лучше выглядеть. Вот еще и осадный завод начал строить, начинает продвигаться все дальше на юг. Красный игрок попытался там запустить конюшни, да, точнее с конюшен коней. Такие по отдельности, там, запустить их в разные края. Но преимущества немного. Пытаются здесь иракезы захватить верхний город. Но даже если это получится сделать, это будет проходить очень долго. По сути, сейчас полностью остановилась экономика. Синий игрок постоянно делает навалы. После того, как захватил верхний город, он переключился на нижний. Причем не чтобы его дожимать окончательно, а чтобы периодически приходить и не давать работать.
Поэтому, видите, экономика у красного почти остановилась. 20-20, 0-10-45. В плане еды, дерева, железа, золота и знаний. В то время как у синего игрока 164-140-80-91-55. Ну все, я думаю, здесь уже результат предрешен, и выкрутиться с настолько сложной ситуации здесь почти нереально, к сожалению, для красного. Начинает красный еще и отступать, но думаю, что уже все. Экономика, к сожалению, ему не позволит строить достаточное количество зданий, строить достаточное количество армии, чтобы, ну, дать какой-то отпор. Начало было примерно таким же, которое ребята привыкли играть, а потом оба сделали небольшие изменения. Красный игрок решил построить порт вместо третьего города, и за счет этого сыграл немножко иначе. А третий город он решил после порта строить, у него не получилось, пришлось строить город в другом месте. А синий как-то так постепенно, по нарастающей, но при этом без выхода в конюшни, решил сыграть с выходом в бараке. И мы видим, что все так же хорошо у него даже с бараками. Просто бараки ему поближе пришлось ставить, вот и все. В нижнем городе, в единственном, продолжают работать люди, которые вышли на работу сейчас. Но все больше и больше армии начинает копить синий, и не забываем, что преимущество за ним. А что самое страшное, он сейчас даже захватил порт. А из-за того, что порт захвачен, теперь красный игрок не сможет больше делать корабли. Это значит, что он проигрывает еще и войну на море. По еде будет колоссальное преимущество за синим игроком. Ну и красный тут, я не знаю, что он сможет с одним городом делать. Он начинает, конечно, развивать правый город, но мне кажется, это уже из разряда не наелся, не налижешься. Теряются сейчас конюшни. Потом, я думаю, осадный завод он должен вырубать. И все тогда. Тогда уже, наверное, по армии тут навряд мы что-то увидим. Кое-как еще сопротивляется там последний кораблик, да? Красного игрока. Но когда он воюет против целой пачки кораблей синего, тут без шансов. Все. Морская битва заканчивается победой агрессора. На суше, в принципе, тоже сейчас последний осадный завод падает. Есть еще бараки, которые успел построить красный снизу, но одни бараки против целой пачки военных зданий со стороны соперника тут ничего уже не поможет. И начинает еще и в четвертую эпоху переходить агрессор, чтобы еще и по эпохам выиграть. И дожать уже окончательно. И для укрепления начинает строить форт или замок. Начинает строить еще и рынок. Рушить, точнее, а не строить. Перешел в четвертую эпоху. Все технологии второго уровня, только наука и военные третьего у агрессора, в то время как у ПАК-74 тоже военные и научные третьего уровня, остальное второго. Начинает клепать побольше армии сейчас красный игрок, но, кстати, он даже по экономике чуть-чуть начал выкручиваться за счет того, что начал развивать второй город. Он, конечно, отстает по экономике, но хоть как-то пытается держаться. В городе у него армии нету, то есть вся армия, которая есть, мы ее как раз тут и видим. После того, как полностью зачищена верхняя зона с городом,
Сейчас, наверное, потихонечку будет готовиться атака со стороны агрессора, так называемый последний штурм, чтобы забрать столицу. ПАК-74, чтобы не отставать, тоже переходит в пороховой век, в четвертый. Но надо успеть еще военные исследования попроводить, чтобы юниты перешли в эту эпоху окончательно. Сдалека своими пушками начинает выносить хранилище, или так называемую башню. И когда башни не станет, можно будет полноценно начинать вбегать. Преимущество по очкам здесь почти в два раза больше со стороны синего. Синий заставляет красного сейчас отступать и прятаться в городе. Но долго это делать все равно не получится, потому что здоровье у города не резиновое. Поэтому приходится, конечно же, выходить из города, но выходить позади него, после чего снова прячется. Вот он ищет моменты, с какой стороны меньше армии соперника, чтобы оттуда выбежать, немножко нанести урон, потом опять забежать. Опять с какой стороны меньше народу выбежать, нанести урон, забежать. Но опять же, как тактический ход в примерно равных армиях, это хорошо. Но когда настолько серьезное преимущество со стороны соперника, я думаю, что уже все. Выходит армия красного, которая достаточно быстро оказывается разбитой. И этот город практически пал, а тут еще и подмога с севера начинает приходить. Все, сейчас будет потеряна столица, а значит и проиграна вся война. Постепенно, по нарастающей, без какой-то спешки, агрессор в такой агрессивной, но не быстрой манере, спокойно и уверенно доводит партию до победы, в этом можно не сомневаться. Ассимиляция города еще не прошла, но забрать этот город уже не получится, да и экономика у красного почти что на нуле. Железо 0, золото 0, знаний тоже 0. Вот он сдается, спрашивает еще. Может быть, это даже первая партия была. Признает поражение. ПАК-74, так что со счетом 2-0 можно считать, агрессор проходит в следующий этап, с чем мы его, собственно, и поздравляем. И теперь агрессору придется долговато ждать, пока отыграют остальные пары между собой, чтобы узнать, с кем ему доведется играть. Поздравляем его с проходом далее. ПАК-74 турнир тоже не покидает. Всего лишь он падает в нижнюю сетку, в которой тоже ему придется несколько раундов подождать, пока отыграют предыдущие игроки свои туры, чтобы узнать своего соперника. И через нижнюю сетку точно так же можно будет добраться до финала, гранд-финала и побороться за призовые места. Пара была довольно интересная, и игры между ними тоже. Ну и давайте посмотрим теперь уже не турнирную игру, которую играли Dual Red Scare, Rani и Fascist. Привет, боярин. Привет, Владимир. Ну, там еще посмотрим, кто с кем играть будет. Я еще не смотрел по табличке, кто там на кого попадает в следующих раундах. Так вот, Fascist, Rani и Dual Red Scare.
Или они вдвоем играли, кстати. А, нет, они вдвоем. Ранее против Dual Red Skyra играют. Так, ну что, за японцев у нас играет Dual Red Scare, сразу же делает научные исследования, в то время как ранним у нас играет за Банту, раса, которая многими считается достаточно читерной, запускает всего лишь одного разведчика. Красный игрок тоже пока что одного разведчика. Один разведчик на одного. Такой разменчик пошел. А по технологиям уже сделал не только научные, но и экономические Dual Red Scare, в то время как ранее сделал только научные. То есть уже начинает Зимбабве от Банту проигрывать. Но зато теперь уже целых три разведчика со стороны ранее пошло. А здесь только два. То есть по наукам выигрывает Dual Red Scare, по очкам немножко выигрывает, а вот по разведке проигрывает. Но с другой стороны, он увидел море, поэтому сразу же начинает строить порт. И за счет этого порта он может экономически себя обеспечить достаточным количеством еды. Синий игрок начинает за счет выхода в гражданские технологии быстрые строить второй город. То есть ранее мы видим ближе к тактике, по которой играл ПАК-74, начинает отыгрывать. Игроки даже встретились, обнаружил ранее ПАКа, ой, точнее, не ПАКа, а Dual Red Skyra. Давайте откроем карту. И, кстати, ребятам тоже выпало, как и в предыдущей партии, одно озеро по центру в виде таких губ, да? Вот уже две рыбацкие лодки есть у красного игрока. Синий игрок пока что до моря так и не добрался. Он начинает развивать второй город, который у него есть. Сделал тоже экономические исследования. В один город пока что играют японцы. Гражданские технологии тоже сделаны. Так что ждем построенного второго города. И военные технологии первого уровня тоже сейчас начинают происходить на стороне красного. Синий начинает лидировать во многом за счет того, что больше городов. Но отрывается он не сильно. Эти начальные преимущества они не особо решают. Они просто дают неплохие бусты, да, ускорение по развитию. Хотя мы видели, как ребята с меньшим количеством городов побеждали у этих темповиков по отстройке городов. Уже две лодки есть, третья как-то стоит на одном месте, никуда не послана. Пока что на море чистое преимущество на стороне Dual Red Skyra, который якобы проигрывает по очкам. Еще и третий город решил построить ранее, очень быстро. То есть за 2 минуты он вышел в три города. Очень шустро. Что-то эта лодка так и подзависла. Может, она как-то там в ненужном месте появилась. Второй город начинает строить со своей стороны Dual Red Skyre. Приходится ему это делать в обход этого озера. Но, по крайней мере, он в сторону соперника хоть немножко собирается приближаться. А здесь города очень близко к друг другу, вообще не в сторону соперника. Может, таким образом пытается защитить свои города ранее, я даже не знаю. У ранее все технологии первого уровня. У Dual Red Skyra то же самое. Город только построен, пока что второй город никак не развит. Экономики плюс 100, плюс 80, плюс 50 у красного. И плюс 100, плюс 100, плюс 20 на стороне синего.
Ну, небольшое преимущество на стороне синего игрока, но так это три города против одного. Второй город здесь только будет начинать развиваться. Сразу же строит бараки после второго города на пятой минуте. Дуал Red Scare. А что по армии со стороны синего? Тут про армию, наверное, пока даже и размышлений нету. Дуал Red Scare параллельно с тем, что он строит бараки, он еще и начал переход во вторую эпоху. Он уже в нее даже перешел. Полностью захватил преимущество здесь. И в то время, когда пытался построить порт ранее, он не дал ему это сделать за счет корабля. И сейчас этот порт будет разрушен. Можно уже забыть за то, чтобы получить здесь преимущество на море, потому что уже преимущество в две галеры со стороны Dual Red Skyra. Он грамотно захватил здесь преимущество, и уже все, можно искать удачу где-то на другой стороне, наверное, больше. Так что ситуация неприятная. Что у нас дальше по баракам? Начинает копить армия в бараках. Пока что ее немного, но она имеется. Синий игрок, то есть ранний, он тоже начинает переходить во вторую эпоху. В этом плане они сравниваются. Сильно оторваться по очкам не получается ни одному, ни второму. Строится рынок у синего игрока. Ходит караван между городами. Даже два каравана. Вот новый путь караван себе тут прокладывает. И вот уже есть полноценные отряды. Заодно 50 металла еще подобрал. Неплохо. И начинает этих херадов. За счет второй эпохи сейчас они вот должны побольше строить железных рудников. Здесь вот только-только пытается синий построить, в то время как красный уже добывает. А, это второй даже рудник с его стороны будет. То есть один уже есть. Он, правда, небольшой, на 5 человек. Работает там пока 2 человека. И на 7-й минуте армия красного начинает идти в сторону синего. Синий в это время только университеты начинает строить. И не подозревает, что к нему уже идут гости. У красного игрока по технологиям пока все остается так же. Начинает еще и конюшню строить. Принимает деспотизм. То есть идет в агрессивную манеру игры. Блин, ну до сих пор нет армии. Вот только сейчас начинает строить бараки. Не поздновато ли? Рани попытался это сделать. Вот один город у него перестает работать, 5 жителей начинают в этом городе прятаться. Ну, бараки он успеет достроить и наклепать какую-то армию для защиты других городов, а вот как-то спасти этот город будет уже сложновато. И он тут начал строить что? Еще одни бараки. То есть в двух городах он начинает строить бараки. Отсюда ему далеко будет вести армию, а отсюда типа ближе. Также у синего игрока уже научные и экономические технологии становятся второго уровня. В то время как у красного все так же все первого уровня. Как было изначально, так оно и осталось. Также деспот бежит к своей армии на поддержку. Теряет один из городов сейчас синий игрок. Красный не спешит атаковать. Он пока что попробует удержать эти позиции. Отжимает один из рудников. А сам все так же в один рудник играет. Ну да,
Да, все именно так. Синий игрок, то есть ранее, он все равно пытается построить этот рудник. Вернул себе город после того, как красный решил немножко отступить. Но вернул себе город, я думаю, ненадолго. Но с двух бараков это хоть какая-то защита сможет, ну, скажем так, достаточно быстро клепать армию на первое время и не дать таким образом захватить остальные города. Но экономику третьего города здесь будет тяжело удерживать. Синему это уже понятно. Красный пока находится в атаке, начинает строить свой второй рудник, потому что по железу у него 60 железа всего лишь капает, в то время как у синего 80 в минуту. Так, ну здесь удержать синий город однозначно уже получится у синего игрока. Преимущество достаточно комфортное. И ближайшего подвоза и какой-то взаимопомощи у красного здесь не предвидится. Так что, думаю, исход защиты этого города, он и так ясен. В этом плане уже все понятно. Начинает своего деспота тоже отсюда уводить, понимая, что тут уже ловить нечего. Ну и синий отбился и может продолжить дальше развивать свою экономику. А по экономике у него 110, 120, 70, 61, 70. А здесь 100, 170, 100, 110. Здесь достаточно много у красного знаний. 110 против 70, ну 75 уже. А также красный привел коней и начинает вражескую армию вводить налево-направо, а здесь тем временем строится сенат, чтобы принять какую-то форму правления. Удается коней выгнать за границы своей территории. Кони могут попробовать опять же забежать с какой-то стороны и опять попытаться отвлечь или отвести на себя армию соперника. Что у нас по армии? Только начинает клепаться заново армия со стороны красного игрока. Он перешел в третью эпоху и начинает после этого принимать научные исследования. Работает два полноценных рудника. Те два города, которые есть, они неплохо раскачаны. Тут опять пытаются прогнать коней, и это отлично получается. Довольно много стрелков есть в наличии. Ну и все, со стороны ранее последовала сдача, да? Тут на севере забежали кони со стороны красного, выбили с рудника людей. Столица, получается, вообще никак не работает толком. Вроде и армии достаточно много успел накопить синий игрок, но при этом, ну, я так понимаю, он же сдался. Красному просто смысла не было сдаваться. По кораблям у него преимущество. По экономике и по знаниям тоже преимущество на стороне красного. По очкам тоже красный продолжал отрываться. Поэтому, думаю, именно красный должен был по итогу победить, тем более и драгоценных ресурсов он тоже больше добывал. Я вообще не знаю, синий хоть какие-то редкие ресурсы здесь добывал, или же он не успел этого сделать. Ну да, как-то так.
В общем, как-то вот так вот, ребята. Буквально за часик мы посмотрели три полноценные игры в турнире. Ну и у меня на этом все. Всем спасибо за внимание. С вами был Армак, жду вас на следующих стримах. Ты скинул еще одну игру. Ну, мы ее тогда постримим. Я думаю, вот сегодня там еще ребята должны сыграть. Как минимум одна пара. Одна пара должна завтра еще сыграть. Вот, думаю, с какой-то из этих пар тогда еще понаблюдаем за одной из игр. Так что на сегодня в любом случае не прощаюсь. И, возможно, туда ближе к ночи что-то еще будет. Ну а пока что уходим с вами на перерывчик. Все, рад был всех видеть. Встретимся на следующих играх турнира.